пресс-конференция завершилась. Какие впечатления и что можно было сказать? Спокойная пресс-конференция. В общем-то, те представители структур силовых, которые здесь участвовали, они, безусловно, делают свое дело. Ну, понятно, что ГИБДД растаскивает машины, там регулирует движение. МЧС заблаговременно предупредила о возможности стихии и так далее. А вот что касается городских служб, то в них позиция показалась достаточно странной. Но вот Машенко Ольга Степановна, да, заявила о том, что основная масса снега, 60%, выпала ночью, поэтому вроде бы не успели убрать к утру. Но для меня это странно, потому что ночью, вот у меня лично, и это многие могут подтвердить, машина стояла у подъезда, и ни одного грамма снега на нее не упало. То есть ночью снега практически не выпало. Весь снег выпал вчера к вечеру. И поэтому оправдывать вот то, что утром мы попали в эту кашу, да, оправдывать тем, что ночью выпал какой-то мифический снег, мне кажется, достаточно странно. Лучше было бы сказать правду. И правду, что есть на самом деле. Я не знаю, какая она, но лучше было бы сказать, денег не хватает, не хватает техники, потерпите, сделаем. Но назвать о том, что снег выпал ночью, и поэтому мы не успели убрать, это смешно. Если и все остальное делается так же, то у меня большие сомнения в том, что доверие будет расти в этом плане к власти.